Александр Николаевич! Блокируйте дверь, никого не выпускайте! Блокируйте дверь, выходите! Никого не выпускайте! Так звонки побегивайте, а такие пригрызли. Так звонки пейте, я уже стою на месте. Я к Александру Николаевичу, правый сектор. Я ганьба. Я поговорить хочу. Я представитель правого сектора. Руки в пыль. Я хочу поговорить. Мне не надо. Стоим на месте. Может, ты вообще не говоришь? Подождите, ну ганьба! Пошли, пошли, пошли. Я поговорить. Надо помогать ему. Помогать, пропадь. Помогать, ребята, помогать. Я поговорить. Давай убьем, давай убьем. Ничего страшного, убьем. Нам не будут диктовать какие-то перепеки, почем нам ездить. И мы молча не будем это хавать.